что касается русской земли, России, русского мира, то я бы очень хотел, чтобы на этой прекрасной русской земле, на которой я живу, на которой мы с вами живем, которая такая богатая талантами, которая родит невероятно талантливых, гениальных людей, очень-очень много. И русский народ при всей своей многонациональности и такой лоскутном одеяле, все равно, да, Россия всегда была многонациональной, огромной страной, на которой живут прекрасные люди, у которой огромная, потрясающая духовная, культурная традиция, корни, богатейшая, мощнейшая основа, духовная, культурная, душевная. Русские люди прекрасны. И очень много талантливых людей, очень много. Я бы очень желал, чтобы на нашей земле было больше уважения к этим людям, чтобы людей уважали.